вот и помер дед Максим, да и хуй остался с ним. Положили его в гроб, хуй уперся в потолок. Он здоровенный был мужик, он нахуй увертел шашлык. Хуем грядки он копал, хуем грядки поливал. А соседку тетю Зину он ебал через корзину. А соседа дядю Гришу он хуем кинул через крышу. А в гражданскую войну он спас дивизию одну. Немцы наших окружили, немцы наших перебили. Отец ширинку расстегнул и хуй над речкой протянул. А наши похую пошли, наши наших пронесли. А за ними немцы вспять стали нахуй наступать. А дед за лупой колыхнул, немц в реку окунул. А тех, кто булькался в воде, он бил за лупой по балде. А после боя генерал ему за лупу целовал. Едет поезд в Наваи, в нем сидят одни хуи. Молчите, бляди, я святой, я святой. Всем с вами Радио Тапок, и у меня для вас немножечко забавной инфы. Эта песня записана специально для компьютерной игрушки Atom RPG Трудоград. Это мои знакомые разработчики, и они создали образ моего персонажа для одного из квестов. Получается, я пою эту песню внутри игры. Это довольно интересная игрушка в духе старых компьютерных RPG времен Fallout, где ты бродишь в постапокалиптическом мире по Советскому Союзу. Ссылку на игрушку я оставлю в описании, и скоро увидимся.